нашей книжной полке стоит книга «Памятники города Мурманска». Я заинтересовалась ею, открыла и начала читать. Мама рассказала мне о главном архитекторе Феликсе Таксисе. Он был другом нашей семьи. У него был жизнерадостный, веселый характер. Вместе с моей бабушкой Еленой Борисовной Аркадьевой Феликс Сергеевич готовил новогодние праздники для друзей. После рассказов мамы об этом человеке, мне захотелось побольше познакомиться с его творчеством. Я прочитала о многих памятниках, но больше всего меня заинтересовал памятный знак героев-североморцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Я бы хотела рассказать о нем. Памятник расположен в Ленинском округе Мурманска. Его открытие состоялось осенью 1974 года, в день 30-летия победы над фашистскими захватчиками в Заполярье. Этот памятный знак представляет собой слегка наклоненную вперед стелу из листов металла, соединенных между собой заклепками. На лицевой стороне обелиска красуется свободно раскачивающийся якорь. Вся композиция стоит на сопке на гранитном основании и окружена цепями, которые поддерживают тяжелые снаряды. Видно, такая композиция по замыслу автора должна символизировать боевой корабль. Раньше здесь стоял почетный караул и проводились митинги. Сейчас же памятный знак явно обделен вниманием жителей города. Монумент давно не реставрировали, а цветы возлагаются только по большим воинским праздникам. Yeah.